Осень, как полагается, время изменений и новых начинаний. Коснулось это и нашего телеканала. С 1 октября телеканал «Городской» обрел новое название и новое оформление. Теперь ежедневно 20 часов в сутки, с 7 утра до 3 часов ночи. С вами телеканал «Город» в новом красно-белом формате. С традиционным, уже узнаваемым восклицательным знаком. Телекомпания существует уже более 7 лет. С момента основания утекло немало воды. И год за годом мы стараемся совершенствоваться, идти в ногу со временем и удовлетворять вкусы наших телезрителей. Пытаемся, в общем, достучаться до каждого зрителя и найти каждому конкретному зрителю свой подход. То есть постоянный мониторинг телеканала, кто смотрит, когда, зачем. То есть пытаемся найти всех. Вот от совсем маленьких, вот у нас «Маша и Медведи» сейчас идет мультфильм, да, который маленькие детки смотрят, до совсем взрослых бабушек, дедушек, которые смотрят документальный фильм, цикл, который называется «Моя правда». Новый сезон обещает быть действительно интересным. Телезрители ждут как самые качественные фильмы, так и интересные проекты, как новые, так и уже завоевавшие признание у аудитории. Конечно, по-прежнему телеканал останется верен себе. И каждый день традиционно в 19.00 и в 21.30 будет знакомить с самыми актуальными новостями нашего города. А молодой творческий коллектив всегда готов стараться работать от души и, не жалея бумаги, пера и света софитов, стараться на благо нашего телезрителя. Ань, привет. Расскажи о творческих планах. О своих творческих планах. Да. Я хочу приносить людям счастье. Хочу побольше яркости, чтобы было в этом мире. И поэтому свою программу «Человек в городе» я делаю как можно более насыщенной, чтобы люди узнавали не только о человеке, кто он, чем живет, а как, допустим, научиться некоторым нюансам его профессии. Как нарисовать линию, которую может нарисовать только художник, или как вырезать что-нибудь на дереве. На этом у меня все. С вами была программа «Вызов принят». До встречи в следующих выпусках. Марин, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас про программу «Вызов принят» записывала. Какие у тебя вообще творческие планы? Программа «Вызов принят» хорошо уже известна нашим телезрителям. Это программа о преступлениях, криминальной направленности, скажем так, но формат будет немножко новый. Как журналист-криминалист я уже больше 5 лет работаю, но в печатных изданиях в основном публиковала материалы. Теперь, я думаю, у меня есть что показать телезрителям. Надеюсь, будет интересно. В общем, будьте с нами, а мы обещаем, что осень будет интересной и уж точно не скучной.